Брест не только красивый и чистый, но и, по общему мнению жителей, комфортный город для жизни. И в этом отношении немалую роль играют специально отведенные места для отдыха, в том числе расположенные в зоне его водно-зеленого диаметра. А потому городским пляжам со стороны руководства города и ЖКХ в год качества уделялось особое внимание. В 2024-м состоялась масштабная реконструкция на Красном дворе. Выполняли работы различного масштаба. Это и обустройство подъездов, дорог и ограничению несанкционированных заездов, работы по очистке и санитарной уборке территорий. 2024 год обозначен как год качества, то есть объявлен годом качества. В данный год наше предприятие обращает особое внимание на мелкие детали в устройстве инфраструктуры города. Значит, так в 2024 году было проведено комплексное благоустройство пляжа «Красный двор». В рамках этого проекта были устроены лежаки в количестве 40 штук, скамейки, детская площадка, тренажерные залы, значит, кабинки для переодевания, даже предусмотрели питьевой фонтанчик, освещение. Также была устроена парковка для автомобилей с асфальтобетонным покрытием и подъездная дорога к данному пляжу. Чтобы вывести данный пляж на более высокий уровень, сотрудниками дорожно-эксплуатационного предприятия был проделан большой пласт работ. А потому летний сезон 2024 для брестчан и гостей города был уютным и комфортным, а самое главное – безопасным. Еще в 2023 году это было как бы место отдыха дикое. То есть не было абсолютно никакой инфраструктуры, никакого удобства для жителей, для гостей города. Вот. В начале 2024 года было принято решение и выделены бюджетные средства на благоустройство, что позволило окультурить, значит, данное место, назвать его Брестским морем. Как бы и данный объект стал одной из звездочек нашего города, которая горит ярко, да, и пользуется популярностью у жителей. Отзывы от населения только положительные. Я думаю, что люди довольны. И хотелось бы, может быть, попросить гостей, жителей города относиться к всему устроенному с большим уважением, то есть сохранить на долгие годы данный объект. Что касается маленьких озер на Красном дворе, то в 2023 году вдоль береговой линии была обустроена широкая асфальтированная парковка. В жарком июле наплыв отдыхающих здесь особенно велик, и проблем с парковкой больше не возникает. Теперь машину можно удобно разместить вблизи места отдыха, не причиняя дискомфорта другим людям. По направлению в деревне Волки есть два маленьких озера, на которых также была устроена парковка для автомобилей. Были поставлены столбики для того, чтобы посетители не заезжали на запретную зону, так называемую, санитарную. Ну и минимально были поставлены навесы в количестве 3 штук. Сегодня работы по благоустройству пляжа продолжаются, даже несмотря на то, что купальный сезон подошел к своему логическому завершению. Однако специалисты ДЭПа, как говорится, готовят сани летом. Сегодня их внимание направлено на работы по замене настила на пешеходном мосту в Красном дворе. К слову, существует он с 2013 года, и периодически на нем частично происходила замена досок. Сейчас же настил решили поменять полностью в связи с тем, что он пришел в негодность. И чтобы обезопасить граждан от нежелательных травм, было принято такое решение. Пешеходный мост длиной 27 метров, шириной 2,5 метра. Потому что с 2013 года люди пытались самостоятельно осваивать данные территории для отдыха. В данном году в связи с возрастом данного сооружения было принято решение провести ремонтные работы по замене деревянного настила с пропиткой антисептическими средствами, что позволит прослужить покрытию данного сооружения долгие годы. Работы по ремонту данного сооружения начаты на этой неделе, в понедельник, заканчиваются сегодня. Ну и окраска перил на следующую неделю.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что 2025 купальный сезон будет также соответствовать как комфорту, так и безопасности для наших граждан. Ведь со стороны работников депо делается все необходимое.